Дорогие друзья, как житель нашего города, как президент Федерации воднолыжного спорта, разрешите поздравить вас всех с Днем города, разрешите пожелать нам всем хорошего будущего, расцвета нашего города в ближайшие 5 лет, чтобы все у нас получалось, все вы были здоровы. А насчет водных лыж, приходите к нам кататься, мы с удовольствием всех воспримем.